Сегодня губернатор Валерий Радаев встретился с представителем Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерием Копашиным. Они обсудили перспективы работы и перехода на гражданские рельсы завода по уничтожению химоружия в поселке Горный Краснопартизанского района. Речь идет о поэтапном перепрофилировании этого объекта, который сейчас перерабатывает сотни тонн твердых и жидких опасных веществ. Задача, которая поставлена перед руководством Федерального управления, завершить эту работу в течение ближайших 5 лет, с тем, чтобы в дальнейшем мощности и инфраструктуру завода можно было использовать для нужд гражданской промышленности. Надо 5 лет выводить этот объект с эксплуатации, но мы пришли к такому решению замминистра, что мы за два года мы завершим полнейший вывод объекта с эксплуатации. Сейчас я приеду, составим график и утвердим его в министерстве и приступим к работам. Все работы планируется выполнить в 3 этапа. Первый в течение текущего года, второй до конца 2014-го, завершающий этап в 2 последующих года. Стороны особо отметили, что необходимо сохранить все социальные гарантии для жителей Горного, работников завода. Принципиально важно для нас, что те жители, прежде всего, были подобраны жители, профессионалы, прежде всего, там работники, которые работающие на этом предприятии, они на 5 лет практически получили стабильность во всем этом процессе, который будет носить 3 вот этих завершающих этапа.